Мне кажется, что отличительной чертой его успеха было то, что он разбирался хорошо в людях. И, конечно, вот мы были маленькие, молодые, и спрашивали, как вы можете кому решать, за что отвечать, доверить, что, какой объем работы. И он отвечал: Надя, смотри на лица, там все написано. И очень много, конечно, помогал, очень много разрешал делать самые новые операции. Я вместе с ним объездила 25 стран. Вот столько было командировок и открытия наших филиалов, и по миру тоже. Это были самые настоящие годы, которые вот мне, конечно, ярче человека, гениальнее человека не было.